Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Легион. У меня неважные новости. Значит, что происходит с проектом? После того, как я записала видео, я депонировала в проект 1 доллар. Мне капала денежка. У меня уже было 2,60 там с чем-то, с копейками. И сегодня, зайдя в кабинет, меня ждал сюрприз. Баланс мой по нулям. Хотя нет, оставили 9 центов на развод. Вот. Что я сделала? Значит, начала тут гулять по сайту. Меня вывели денежки мои заработанные. Вот я написала вот сюда. Отправьте нам сообщение. Я отправила им сообщение. Сделала скрины. Ни ответа, ни привета мне. Пошла я в ВКонтакт. Значит, я вот ВКонтакте написала. Здесь вот два сообщения. Вот. Сделала скрин одного, как вот 24.09. Заявка на вывод 2 доллара 60 центов. Видим. Вот. Далее я сделала скрин своего кошелька. Вот мой адрес. P34908762. Если перейдем на Pair. P349, вот здесь видно. 34908762. И опять же, здесь вот 23 сентября. 23 за 24 сентября у меня нет как бы дохода такого. Вот, да и кошелек там другой, я вам сейчас покажу. И вот с 24. Это последний мой вывод 24 рубля. Вот с майнера. 100 рублей. Но это уже 25-е, сюда не относится. Ладно, мне что, ничего не ответили они. И прислали, как обычно, сообщение, что прибыль как бы распределяется у них тут по процентам. И что они, компания Легион Фонд получила официальный статус какой-то. Наш веб-сайт защищен 256-битным шифрование. Мне от этого как бы ничего. Мне, в общем, на мой вопрос ничего не ответили. Ладно, друзья, теперь пойдемте, знаете куда? Вывод. Самое интересное. Минималка на вывод здесь 1 доллар. Смотрите теперь. Вывод. Payer. Вот номер кошелька вообще. P. С единицы 103 и так далее. 2,60. Заявка выполнена. Проект платит, друзья. Все замечательно. В группе все в восторге. Понимаете? Ну, все супер. Выплаты идут. А теперь обратите внимание на время. 23 часа 15 минут. Возвращаемся в контакт. Мне моя девочка пишет. Мы с ней, ой, переписываемся. Лен, привет, что-то не могу войти сюда. Днем заходила, все в порядке, как у тебя также. Обратите внимание, не удается получить доступ к сайту. Легион Фонд. Вот название. А теперь обратите внимание, время 23 часа 12 минут. Не было доступа к сайту. Время видим, да? 23.12. А здесь у меня 23.15. Вот буквально за 3 минуты доступа нет. Кто-то мне на ночь глядя вывел мои вот денежки. Так что, друзья, будьте бдительны. Я, конечно, такого не ожидала. Я, конечно, в шоке. Я, конечно, понимала, что это интернет и всякое может случиться, но что еще я сделала?
Я сделала что? Следующее. Я пошла в группу. Вот сюда кликнула. Я зайду в группу. Вы подписаны. Все замечательно. Вот сегодня 4 часа. Вот такое же объявление у них здесь. Это как бы стандартное, они опубликуют. И здесь я вот 3 комментария свеженьких. Написала комментарий. Тот же, что я вам показывала. И мое объявление, бац, буквально за считанные секунды, и удалили. Значит, кто-то присутствует из администрации или модерации. И это все удаляет, подчищает. Вот, я также скрины, 2 скрина отправила. Также, что я им там написала, что происходит, как так, куда делись мои деньги. Вот, ну и мое по-быстренькому сообщение удалили. А так вот, пожалуйста, выплаты. Видите, Легион, все замечательно. Ну, платит. Наверное, я одна такой чести, возможно, удостоена. Вот. Так что будьте бдительны, друзья. Это, в принципе, все, что я хотела сказать, показать. Хвастать не особо и нечем. Неприятно, но факт. Конечно, я сюда больше звук вкладывать не буду. Вот все мои начисления. Вот видите, график идет. Вот. Ну, люди заходят, радуются. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. И такое бывает у нас в интернете. До новых встреч.